Всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас по плану наказание читера. Ну что ж, приступим. Алло. Ну вот, бросать? Да, сейчас слышу. Покажи экран. А ты давно читеришь? Не понял, чего? Ты давно читеришь? Да, да. Понятно. Да я и так хотелось найти и не мог. Почему у тебя так микрофон шипит? Я не знаю. Ну ладно, сейчас. Вот скачался. Давай открывай его. А ты антивирус вырубил? Да. Отрубил? Да. Еще раз бросаю. Ну все, ты лох. Алло. Алло. Ну что? Тебе сказать код? Какой? Как это какой? Тебе говорить код или нет? Да говори. А что ты сделаешь мне, чтобы я тебе сказал? А зачем тебе говорить код? Что тебе сделать? Чтобы я разблокировал. Ну так а что тебе сделать, если я не скажу код? Я не знаю. Ну говори там. Чего? Ну поплачь, попроси меня или что там. Скажи, пожалуйста, дай мне код. Ты не будешь больше читерить? Нет. Клянешься? Да. А ты подпишешься на мой канал? Да. В Ютубе. А поставишь лайк на это видео? Ну, каким я тебя позорю? Ну, мне я ставил, я пытаюсь подписан на тебя. Ну смотри, я сейчас снимаю на видео читеров, тупорылых читеров. Вот я сейчас тебе снимаю на видео. Расскажи мне анекдот. Давай, если я засмеюсь, я тебе даю код. Хорошо? Ну, анекдот, я не знаю анекдоты. Ну попробуй, придумай что-то. Ну, я не знаю. Ну тогда три раза гавкни, погавкай. Ну гавкай. Или я сейчас просто отключаюсь. Алло. Алло. Вот, блин, Вася перезагрузил комп. Ну, сам виноват, что же я сделаю. Там, короче, вы видели прикол, вот этот вирусняк. Ну, ты упался, читер тупой. Пароль для разблокировки Windows, двузначная цифра. А точнее, сколько лет умер Пушкин. Ну, я перед этим посмотрел это в интернете, 37 лет. Вот, я разблокировал. И, пожалуйста, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Я буду разрабатывать баннеры. Заходите на мой сайт ilhobot.com.
Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и в комментарии, пожалуйста, пишите скайпы читерам. Спасибо большое. Пока.